На полигоне продолжаются работы по восстановлению территории после поджога. Кроме городских предприятий и предпринимателей, помощь нашим пожарным оказывают соседние муниципалитеты. Благодаря поддержке краевых властей из соседних районов прибыли 5 пожарных расчетов и дополнительная техника. Помощь оказали власти Темрюка, Славянска на Кубани, Новороссийска. Накануне заместитель главы Краснодарского края Андрей Алексеенко вместе с мэром Анапы Сергеем Сергеевым оценили ситуацию на полигоне. Как заверил вице-губернатор, правительство края будет и в дальнейшем оказывать помощь властям города-курорта в ликвидации последствий возгорания.